24 апреля считается скорбной датой для всего армянского народа. Это день начала геноцида Турции против армянского населения. В 1915 году было открыто и уничтожено около 1,5 миллионов армян-христиан. Рассказы о тех страшных временах знает каждый армянин. Яна Хромова о воспоминаниях событий почти вековой давности. Еще недавно они собирались у вечного огня. Теперь есть хачкар – камень-крест, обязательный атрибут у каждой армянской церкви. 24 апреля ярославские армяне приходят сюда, чтобы отметить День памяти своих погибших предков. В 1915 году турки за короткое время уничтожили почти каждого третьего человека этой национальности. Этот день скорби армянского народа. В 1915 году Османской империи было истреблено более 1,5 миллиона армян. Просто так, потому что они были христианами, потому что они говорили на другом языке. Сакрас Хачатрян больше четверти века живет в России. На той, теперь уже турецкой земле, остались могилы предков. Но съездить туда, почтить память, нет возможности. В Турцию не пускают людей с армянской фамилией. Да и сами могилы, возможно, давно разграблены. Эти могилы сейчас, они стали местом для этих вандалов, которые ищут для себя какие-то богатства. Они копают и у этих наших покойников ищут какие-то сокровища для себя. Сейчас в Армении проживает около 3 миллионов армян. К сожалению, констатируют ярославские армяне, с их родины все еще уезжают люди. Нет работы. Большинство перебирается в Россию, в том числе и в Ярославль. В нашем регионе представителей этой национальности около 11 тысяч. Работают в основном в строительстве. Теперь строят и для себя. Почти готов центр армянской культуры. В следующем году, году столетия геноцида, хотят закончить церковь. Первую партию армянского туфа со своей родины для облицовки стен, 44 тонны, уже привезли. А на турецкий народ, говорят, они зла не держат. И верят, что рано или поздно Турция признает факт геноцида и примет это как часть своей истории. Буквально вчера премьер-министр Турции Эрдоган сказал все-таки это слово «извините» хотя бы за 99 лет первый раз. Потому что действительно погибло очень много безвинных людей. Яна Хромова, Михаил Орлов.